кто вы такой? Все об этом спрашивают. Оружия там нет. Возьмите полотенце. Что вам нужно? Голова змеи. Так это ты. И теперь ты пришел убить меня? Да. Скажи мне, что тебе даст моя смерть? Покой. Покой. Дорогое удовольствие. Но я могу купить его для тебя. Назови свою цену. Ты еще здесь? Что ты живешь где-то здесь. Вертелась тут пару дней, надеялась встретить тебя. Да? Да. Я изменилась? Небо и земля. Ну да. А мне швы снимают через неделю. А я тоже читаю. О, ну надо же. Да. Молодец. Я знаю, я купила ее в лавке подержанных книг. Продавец посоветовал. Неплохо. И я нашла работу. Настоящую, с графиком и все такое. Хорошо. Знаешь, когда мне вернули вещи в больнице, там был конверт с моим именем. Внутри почти 10 тысяч долларов. И билет, чтобы уехать из города. Наверное, плата за молчание. Возможно. Какая разница? Новая жизнь. Певица Алина. Кое-кто сказал мне, что я могу быть кем захочу. Тело, разум. Дух. Я буду скучать по твоим историям. Теперь у тебя есть свои. Спасибо. За все. Увидимся, хорошо? Ладно. Пока, Роберт. Пока, Алина. See you.
Thank you.